Аякос Елтаева в числе 700 первокурсников, которые с сегодняшнего дня будут гордо носить звание студентов. Девушка с детства мечтала стать врачом и поэтому сразу же после 11 класса приехала поступать из Атырау в Западно-Казахстанский медицинский университет. В дальнейшем после окончания университета мы подписали контракт, что 2 года мы будем работать в любой точке, то есть нашей республики, куда нас отправят. Ну, я думаю, что врач – это профессия будущего, и врач – это как-то это главное. Ну, без врача ничего не будет. Ну, то есть, главное сейчас наше богатство – это наше здоровье, и мы должны следить за этим здоровьем, и я буду делать все, чтобы стать профессиональным врачом. Кроме посвящения в студенты, научное сообщество медицинского вуза организовало сегодня ежегодную ярмарку работ учащихся. В ней были представлены более 30 экспозиций, созданных руками студентов. Представители каждого факультета старались привлечь как можно больше первокурсников красочными баннерами, экспонатами и увлекательными фактами о своей профессии. К примеру, стоматологи рассказали о том, как сохранить свои зубы здоровыми до глубокой старости. Питаться в основном хорошо, это не употреблять углеводы, питаться фруктами, овощами. Обязательно чистить 2 раза в день зубы. После еды также прополаскивать зубы. Не забывать посещать стоматолога 2 раза в год. Во время ярмарки также прошла викторина по базовым медицинским дисциплинам. Студенты, правильно ответившие на вопросы викторины, были награждены памятными подарками и призами. Целью проведения ярмарки, первое, это ознакомить студентов младших курсов, особенно первых курсов, с работой научными кружками, с научным обществом. Также как бы предоставить возможность студенческим научным кружкам продемонстрировать свои достижения, стимулировать научно-исследовательскую работу студентов. Завершилось 58-е ежегодное посвящение студенты медицинского университета торжественным концертом. Антон Пережогин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».